Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на канале «Мастерская инноваций» Александра Чернядева. Меня зовут Дмитрий Кунцов, и я являюсь руководителем отдела гарантий. В этом видео мы вам расскажем, что такое парогенератор, как его обслуживать и произведем замену ТЭНа. Ну что, поехали! Нашего парогенератора вы можете готовить варено-копченые продукты, а быстросъемный герметичный узел позволяет легко снять и установить парогенератор на место. А теперь давайте посмотрим, из чего же состоит наш парогенератор. Нагревательный элемент ТЭН, датчик защиты ТЭНа от работы без воды, быстросъемный герметичный узел, разъем для подключения кабеля, а также две защитные крышки. Давайте посмотрим на состояние ТЭНа, что бывает, если ТЭН не обслуживать. Он покрывается вот таким налетом, и впоследствии он просто может выйти из строя. Чтобы продлить срок службы ТЭНа, нужно всегда обслуживать парогенератор. А как это сделать, сейчас я вам покажу. Для обслуживания нам понадобится вода и лимонная кислота. Лимонную кислоту мы разводим в соотношении 10 грамм на 1 литр. Воду берем обычную из-под крана. Далее нам нужно установить парогенератор на штатное место термокамеры, затем прокипятить в течение 3-5 минут. Включаем камеру, включаем парогенератор и ждем, пока вода закипит. Парогенератор очень горячий, будьте аккуратнее, желательно использовать перчатки. Посмотрите, наш ТЭН абсолютно чистый. А теперь давайте я вам покажу, как поменять ТЭН в домашних условиях. Итак, дорогие друзья, мы с вами произвели обслуживание парогенератора. Теперь давайте приступим к замене ТЭНа. И для этого нам понадобится ключ на 7, ключ на 10, ключ на 14, отвертка плоская, ключ шестигранный на 2,5 и ТЭН. В первую очередь нам нужно снять защитный кожух. Для этого нам понадобится шестигранный ключ на 2,5. Далее нам нужно открутить и снять контакты. Для этого нам понадобится ключ на 7, ключ на 10 и отвертка плоская. Затем откручиваем гайки крепления ТЭНа. Для этого нам понадобится ключ на 14. Итак, мы достали старый ТЭН, берем новый ТЭН и устанавливаем его на штатное место. Сверху кладем прокладки. Далее у нас идут шайбы. И все фиксируем гайками. Итак, мы установили новый ТЭН на свое место. Далее собираем все в обратном порядке. Замену ТЭНа парогенератора мы произвели успешно. Теперь надо проверить его работоспособность. Надеюсь, видео для вас было полезным. По любым вопросам вы всегда можете обратиться в отдел гарантий по номеру 8-912-330-5309. Ну а с вами была Мастерская инноваций. Меня зовут Дмитрий Кунцов. Всем пока-пока. В этом видео мы вам... А что вы должны делать-то? И как поменять ДЭМ? ТЭН. Да. Осуществим. Замену ТЭНа по нашему посту. И покажем, что такое парогенератор. Почти попал. Так, замену ТЭНа мы... Йоу.